мир вашему дому. Сегодня по народному календарю православных христиане празднуют Миронов день. День Мирона или Мирон Ветрогон. По церковному календарю православная церковь сегодня чтит память святителя Мирона, чудотворца, епископа Критского, перенесение мощей преподобных Зосимы и Саватия Соловецких, а также второе перенесение мощей преподобных Зосимы, Саватия и Германа Соловецких, исповедника Емельяна, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Печерского в ближних пещерах, мучеников Елеферия и Леонида и другие православные святые имена, которые вспоминают в этот день. Сегодня также православная церковь празднует икону Божией Матери Тургская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память ушедшего в мир иной.